Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Дриди, снова Bow Masters, и мы продолжаем, да, играть за нашего НЛОшника. Нам еще 7 битв нужно, чтобы вы выиграть золотой кубок. Я готов, ребят. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх и подпишешься на мой канал. Ну что ж, а мы начинаем. Она не так далеко, я думаю, десяточка вполне подойдет. Хотя нет, не подошла. А, очень слабенько я ее в нее задел. Надо будет, давайте 13 возьмем. Возьмем 13. Хотя я даже 14, думаю, можно взять. Вот, идеально. 14 было просто изумительно. О, нет, далеко не уходи. Теперь будет 15. Мы немножко отдалились. 15 будет, а я думаю, хорошо. Да, можно даже 16. Только бы не попало. Да, давайте 16. Попробуем 16. Нормально. Нормально живем. Тихо, 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 тихо. Так же, давайте 16. А, я немножко пож... Я не 16 кинул, так бы она бы уже померла. О, да, сейчас будет сложно. Придется уже 24 делать. Ёлки-палки. Нифига не можно. Неудобная позиция. Делаем, короче, 30... 80-35. Очень хорошо. Я думаю, можно точно так же сделать. 80-30. Что у нас? 35, да? 35-80. Отличненько. Да, ребят, он реально крутой. Крутой зеленый человечек. Так, дальше. Кто у нас дальше? О, картежник. Дружище, ну ты попал. Ты реально попал. А скорее всего я в тебя попаду. 5, я не знаю, давайте, ну 5% что ли. Не, 5 слишком мало. Давайте сделаем 8. Да ё-моё. А, чё, реально? Ну, давайте 9, ладно, 9 сделаем. Вот, очень хорошо, 9, 9, очень правильно попал. Продолжим делать девяточки. Лови еще 9. Сейчас можно 10 сделать, вообще спокойно. Мы сейчас так и сделаем, 10%. Блин, попал мне осколком. Сейчас, да я даже 11 сделаю, не побоюсь. Отлично, хэт. Картежник мне тоже нравится, но все-таки самый крутой это зеленый человечек. Что у нас там? Давайте 12, ладно, сделаем. Давайте 12. Пока, пока, пока. Финишим. Так, что у нас там? Давайте 13. Пам-пам-пам-пам. Пока, пока. Изумительно. Изумительно, ребят, просто бесподобно. Идем дальше. У нас... Кто у нас там дальше? Китаец. Дальше у нас китаец, белозубый китаец. Я готов. А, китаянка, сори. Я думал, это китаец, это китаянка была. Так, 8. Ой, прости, надо 10. Нужно будет десяточку. О, отличный фейерверк. Моя честь. Ладно, давайте я даже сделаю 12. Пускай будет 12. Вот. 12 само то. Так, 12 лови. Можно и 13 даже. Она пускает салют. Не знаю, радоваться жизни. Зачем ты пускаешь салют? Хедшот, отличненько. Потому что финиш хим, я не знаю, почему у него нет финиш хим. Сколько раз не делал, никакого финиш хима нету. Все. Если бы еще был крутой финиш хим, он бы реально был самый уж крутой. Разработчики, наверное, решили не делать ему крутой финиш хим, потому что, ну, так отличный. А черный... Что ж с тобой не так-то? Дружище, ты мне не нравишься. Давайте 18% сделаем, лови. Ой, я ему куда-то не туда попал, в ногу.
Стрела любви. Не надо меня кидать стрелой любви. Я думаю, 23 будет хорошо очень. 21, ладно, сделаем 21. Нет, 25. Конечно, 25 надо. О, куда полетела? Куда полетела? Фу, промазал. Я не хочу в тебя влюбляться. Так, что у нас там? 25, да? Ну, лови, держи, хватай. Да, 25 было просто отлично. Он шляпу потерял, по ходу дела, да. Блин. Хорошо, держи 26. Ну все. Думаю, тебе хана. Так, 26. Пока-па. А ты живой еще? Он реально живой еще, представь себе. Да чтоб тебя. Да держи свою долю. Долю урона. Так. Ну тоже 26. Мы уже наметились. Промазал, ему повезло. Врачи подлатают тебя. А, в меня попала стрела любви. Боже мой. Я этого не хотел. Так, и дальше у нас на очереди. Ох ты, какой злой. Пожарник, у которого горят глаза. Злой пожарник. Двадцаточка. Не, двадцаточка плохо. 25. Давайте 25 сделаем. Так, держи 25. Блин, 25 много. 22. Давайте 22 сделаем. Попал в меня. Так, держи 22. Сейчас даже 23 можно сделать, чтобы в хэд попасть. Примерно. Так, 20, 20, 23. Я думаю, будет идеально. Нет, 24. Смело можно делать 24, ребят. Блин, нифига себе, попал. Было больно. Так, я не сдаюсь. 24 лови. Отлично, отлично. Нормально попали. Что ты сейчас хочешь сделать? Да ты достал уже. Вставай. 24 лови. Блин, он упал. Давайте 23 немножко поменьше сделаем, чтобы он в ямку мог упасть. И опять у меня один скелетик. 23 лови. Походу я победил. Так, давайте 21 сделаем. Так, 21, я думаю, будет нормально. А, мы его поджарили. Вон как надо. А, вот оно, фаталити было. Ну ладно. Фу, последние два. Последние два человечка. Тыква. Ты, тыква будет сложная. Сложный, сложный чувак. Он реально очень сложный. Его сложно понять. Совсем немножко, конечно, задели. Сколько мы кидали? О, адская лопата. Хорошо, давайте ему кинем 27. Короче, ему тридцаточка нужна. Нифига себе. Тут тридцаточка не поможет. Давайте 33. 33 лови. 33 тоже мало. Давайте 35. Я могу корректировать свои удары. Мне нравится. Свои броски можно корректировать. Будем корректировать на 35. Я думаю, будет отлично. А он тоже может корректировать. Нифига себе, я не знал. Те же 37. А, не попали.
Там 40 надо, наверное, кидать. Хорошо, ему будет тоже сложно попасть. Вот, держи 40. Попали. Ему будет сложно меня убить. Так, давайте кинем 40, я думаю. То есть 38, пофиг. Что-то совсем немножко задели в него. Лопата. Так что надо 40 все так, же целиться на 40. Все, он просто не вынес это. Сейчас мы тебе финишмен сделаем. Попали. КО. Хорошо. И кто у нас там последний, ребята? Первое место. Оба-на. Чувак с пирсингом. Это Эмма. Его реально трясет, или это наркоман? Давайте, сделаем, 18. О, 18 было неплохо. Он еще поприветствовал. Нифига себе, у него бомба. Так, что там, 19 сделаем. Он скатился. Он в таком неудобном положении стоит. Вау. А бомба все еще тут стоит. 17, ладно, давайте. А, нет, 17 не получилось. 18, что ли, надо? Давайте, 18. Я промазал. Надо опять пробовать 18. Фига себе, он себя покорежил. Сам себя попал. Хорошо, держи 18, может быть, у меня опять получится. О, 18 было отлично. Это был легкий бой. Так, еще 18 лови. Хедшот. Гео. Я так и знал, что все получится. Золотой кубок, ребята, у нас есть. Золотой кубок. 3000 дали золото. И крутанем еще разок. И нам выпал. Да, красавчик нам выпал. Открыть я не могу. Тут наши достижения, ребят. Ну что ж, было круто, было здорово. Если хотите больше боумастера, обязательно ставь палец вверх. Подписывайся на канал, будет больше боумастера. Пиши, нам нужно больше боумастера, и будет вам обязательно больше его. Много достижений. Вернемся, ребят, в следующей серии. И всем до скорого. Пока-пока.